Свежий воздух, солнце и море – все условия для закаливания детского организма. Морские ванны в программу школьных лагерей в этом году включили по поручению главы города Анатолия Пахомова. А вот условия для безопасного отдыха школьников создают руководители пляжей и спасатели. Сами ребята всей суеты вокруг себя не ощущают, а просто наслаждаются морем. Сегодняшнее утро очень прекрасное. Я первый раз с лагерем ходила на море. Это, наверное, самое-самое классное из того, то, что я была в лагере. Ты думаешь, что ты просто как будто бы уже повзрослел и сам ходишь с друзьями на классе. В лагере мы впервые купаемся на море. Ну, в общем, интересно здесь. Друзья, купаемся, играем вместе. Набрали воды, чтобы потом после моря там морской бой строить. С бутылками или с пистолетами. Ну да, это здорово. Отдыхаем от школы, на море, плаваем. За детьми на пляже следят не только педагоги, медики и спасатели, но и инспекторы ГИМС. Они заранее провели техническое освидетельствование городских пляжей и обследовали дно моря. Как мы можем видеть, у нас пляжи оборудованы детской купальней. Также вот выделено специально 3 спасателя, которые следят за детьми. Эти пляжи безопасны для купания детей и гостей нашего города. И такие пляжи у нас по всему городу Сочи. Как отдыхают воспитанники летних лагерей, сегодня лично проверил глава города. И все узнал из первых уст. Ну, это хорошее дело, что вас на море стали? Да. Нравится всем? Да, тоже очень жарко. А на море тут не прохладненько, да? Плавать умеете? Да. Все? Немножко. А есть те, которые у вас в школе не умеют плавать? Да, да, есть. А почему они не умеют? Я немножко умею. Ну, их надо научить, это тоже наша задача. Это немножко плавать. Те, кто не умеет плавать, надо обязательно научить. И есть же у нас спасатели, может, тренеров попригласим тогда со школы. А это не годится, чтобы в городе Сочи жили и не умели плавать. Так же? Да. С сегодняшнего дня по заявкам от руководителей лагерей управление образования готово организовать и обучение плаванию. Вопросы безопасности здесь полностью решены. Спасатели в достаточном количестве. И самое главное, что вода соответствует нормам, имеется в виду, что купать можно детей при температуре воды не ниже 20 градусов. Температура воздуха тоже должна быть не ниже 23. Но надо выбрать правильный режим. Его выбрали, насколько я понял, это с утра с 10 до 11, ну и вечером с 18 до 19. Таким образом, я просто думаю, что все будут довольны, и родители в том числе. Ну а самое главное, что мы обеспечим полную безопасность. Теперь это должно стать системой. И я думаю, что у наших деток за этот, скажем, оздоровительный семестр или за оздоровительную четверть действительно появится возможность себя оздоровить, набраться сил, здоровья. И потом 1 сентября в школу с новыми силами и хорошим здоровьем. Уже вечером на пляж Приморский пришли отряды лагеря школы номер 7, 10-й спортшколы и с площадок нашего двора, которые расположены на улицах Островского, Воровского и улицы Роз. Ольга Десятова, Инга Габешая, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.